4-я миссия. Так, у нее есть много рук, но одно сердце. Она ждет охотника. Глубоко в воде. Что за философия? Давайте, уровень 2. Особо изменений, наверное, никаких. Абсолютно никаких ударов новых. Мне кажется, что это не после первой части. Так я мало что понимаю. Мне кажется, сначала идет третья, потом вторая, да? Потом первая, потом уже четвертая. То есть я сужу по мечу Спарты. То есть тут меч Ребелион еще есть. Третий он был. Первый, там уже сразу этот. Завалинку разобрал.
что там дальше? Что за хуйня? Я с тебя хуею. Текстуры настолько непонятные, я не понимаю, как мне туда прыгнуть вообще. Левая какая-то. И в режиме демона мне надо туда добежать. Хитро. Демона. Амулеты. Что за способность? Быстрее. Угу. Стилистик.
А здесь, конечно, это менее интересно. Есть особое оружие, это разнообразие не будет такое. Помню так, что только мечи и все. Если же в первой части у нас были хотя бы перчатки, в второй части кроме мечей ничего. Одинаковые удары. Правда, вторая хуже. Немного украли. Для чего, без понятия. Теперь должен быть демоном. Жопа. Ну вот это зачем мне показывать постоянно? Я помню, что оно открылось. Блять, вот... Сука! На! Я ж не могу. Thank you.
Да, тупое вот сражение. И ачивка. То есть ачивки здесь не за стадии, а за боссом. Ух ты, байк. Ну как если он туда даже не прыгает? Я на должен был полететь. То есть с демоном ты перелететь не мог. Для этого нужен был байк. Бред какой-то. Если в первой части мне было... Ой, ладно, нахуй.